борьбу. Итак, живое существо, покидая духовный мир, встречается с анархами. Эти анархи, они начинают живое существо грызть изнутри. Давая ему яд, этот яд, они говорят, это нектар, пей. Они пьют этот нектар, но это яд. И само живое существо, оно не может вырваться. И Кришна из сострадания посылает духовного учителя. И духовный учитель, он вытягивает живое существо, освобождая его от всех анарт, освобождая его, давая ему путь, по которому он может идти. Вот об этом это будет спектакль. Давайте поприветствуем актеров. Thank you.
Короче, искончик. Давай. Чайный будешь?